Так, всем привет! Записываю короткое видео. Немножко расскажу. Пропадаю я из-за того, что работа. И, конечно же, приходишь с работы, какие-то домашние дела, время уже 11, и спать уже пора, да? Так что времени даже не хватит монтировать видео. Но я решила, что я буду снимать двухминутное видео. Видео не шортсами, а видео. И на днях, если у меня все получится, то будет все нормально. Я, конечно же, переберу свои вещи. С 56 килограмм я ушла на 48. Ушла на 48, и вот мне нужно перебрать кое-какие вещи, которые я носила, да, 56 килограмм, и отдать их девочке, потому что она и говорит, я вешу где-то 58 килограмм, и говорю, если ты влезешь в мои вещи, они хорошие, то я тебе отдам. Она, да без проблем, но она постоянно у меня берет вещи какие-то, мы с ней там созваниваемся, она приезжает, меряет, если что-то не нравится, оставляет, я потом это все выкидываю, а все, что нравится, она забирает. Так что вот такое вот у меня утилизация моих вещей идет. По погоде. Погода, ну, бывает мороз, бывает слякоть, и я никак, знаете, не могу еще подстроиться под погоду добром. Ну, уже одеваюсь тепло, видите, в свитере сижу. Я сейчас собираюсь в больницу с ребенком из-за того, что мы заболели, но больничный не беру, он уже как-то, ну, я ему говорю, что пить, он пропивает, но у нас ухо, сейчас у нас лор. У нас сейчас посмотрит, это уже с 1 декабря мы сидим, сегодня 7 декабря, да. Только я не знаю, когда я выпущу это видео вам, девчонки, так что буду держать вас вот в таком маленьком формате видео, немножко что-то рассказывать. Так что не теряйте меня.